Украинская компания MotorSeach из Запорожья поставит 14 двигателей для турецких ударных вертолетов Атак-2. Сегодня турецкая компания Turkish Aerospace Industries подписала с отечественной компанией договор на такое количество двигателей. Еще в апреле эту информацию озвучил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темель Катиль, а сегодня появилось официальное подтверждение. Разработка тяжелого ударного вертолета Ти-929 стартовала в 2019 году с подписания соглашения между SSB и TAI на реализацию программы Aguirre Seniv Taras Helicopter с турецкого боевой вертолет тяжелого класса. Некоторые технические характеристики вертолета следующие: вес 11 тонн, 2 газотурбинных двигателя, тандемная кабина, возможность использования в жарком климате, устойчив к факторам окружающей среды, современные возможности РЭП. TAI уже имеет опыт производства и модернизации ударных вертолетов. Для турецкой армии сейчас происходит производство лицензированной копии итальянского вертолета AW-129, что в Турции известен как Ти-129 Атак и весом в 5 тонн. Также с 2017 года компания занимается разработкой 6-тонного ударного вертолета Ти-629, который должен будет занять нишу между легким ударным Ти-129 Атак и перспективным тяжелым Атак-2. В 2019 году компания защитила проект вертолета и приступила к сборке первого летного образца машины. На презентации модель вертолета была оснащена макетами противотанковых ракет «Эламтас». Дополнительно вертолет оснастили макетами пусковых установок неуправляемых ракет калибра 70 мм. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра!